Витископ. По поводу, в общем-то, боя с Солида, то тут наверное, многое чего не скажешь. Там все было против Василия. И даже не помог авторитет Боба Арума. Удары ниже пояса, грязная работа, рефери ни на что не обращает внимания. И плюс ко всему Ломаченко еще и молчит, и не жалуется. И это все сыграло, в общем-то, такую злую шутку, и он не стал чемпионом мира, не побил рекорд. Адаптация к профессиональному рингу Васи, в общем-то, произошла уже фактически, да, несмотря на проигрыш. Во-первых, он прекрасно провел бой, несмотря на поражение против Солида. Чуть-чуть не хватило, в общем-то, опыта. Он немного не поздно, в общем-то, стартанул и начал работать на полную катушку. Тем более, что мы увидели в последних раундах, он чуть было досрочно не выиграл. И хорошо дышал, у него с выносливостью все было хорошо. И, в общем-то, если он чуть-чуть раньше начал набирать обороты, больше агрессивнее работать, больше удара выбрасывать, я думаю, что там была бы победа. Так что вот тот опыт, который он получил с Солида, и тот бой, который он провел, он уже, в общем-то, трансформировал Васю в профессионала. И я надеюсь, что в следующем бою он все, весь этот опыт, весь этот багаж знаний покажет, продемонстрирует против Рассела. Витископ. Спортивное видео.